похоже, территория еще одного лагеря. Сейчас я на нее заеду и быстро осмотрю, что же здесь есть на территории. В одном из корпусов нашел вот такие вот интересно сделанную мебель, назовем это так. Окна были завешены пленкой. Очевидно, здесь жили, наверное, рабочие из дружественных республик. Ну, вот сам корпус. Материал, кстати, не пленка, а называется он спанбонд, нетканый материал, который применяется для сельскохозяйственных угодьях для покрытия им площадей. Интересно практически в каждой комнате видеть такую вот самодельную мебель. Здесь, вероятно, шла лестница на второй этаж. В это крыло корпуса, проживавшие здесь гастарбайтеры, похоже, не добрались. Там вот вдали виднеется корпус с надписью на фасаде «Добро пожаловать». А это вот тот корпус, в котором я только что был и видел эту самодельную мебель. Кстати, видно, что кто-то аккуратно убрал мусор, и трава перед этим зданием покошена. Рядом находится еще один корпус. Ну, я решил заглянуть со стороны входа в подвал этого корпуса. По архитектуре это двухэтажный корпус. Потолки в подвале похожи на хрущевскую постройку. Да, подвал абсолютно пустой, без каких-либо коммуникаций. Очевидно, что все коммуникации уже перелили. И дальше тут особо делать нечего. Ну вот тут вот под надписью «Добро пожаловать» хорошо сохранилось название этого лагеря. Пионер-лагерь имени Даватора. И вот тут два таких же типовых корпуса. В принципе, особо там смотреть не на что. Брошу беглый взгляд и отправлюсь дальше.
Ну и, конечно же, прогулки по осенне-весеннему лесу. Чреваты тем, что можно понабраться очень много клещей. Это уже далеко не первый клещ, которого я стряхиваю из себя. Совсем на отшибе дороги находится клуб пионерлагеря. Тут вот была сцена, зрительный зал. И там вдалеке кинорубка. Ну а вот и кинопленка рядом с клубом. Совсем странно смотрится здание, одиноко стоящее посреди поля, без даже намеков на какие-либо подъездные дороги. Ну и уж совсем странно смотрится единственное в округе, в абсолютно пустующей округе жилой дом с аккуратно повешенной табличкой, с аккуратным забором и палисадником вдоль забора. Поселок Калошино, дом 1. Похоже, что даже в этом доме отсутствует электричество как таковое. За поселком Калошино виднеются еще несколько заброшенных корпусов. Все-таки решил заглянуть еще в один корпус перед отъездом из этого места. Заинтересовали вот такие вот пандусы, как для подъема, ну скажем, с колясками инвалидными или же детскими колясками. Хотя сейчас вряд ли получится определить, что в этом корпусе находилось. Наличию плитки вот этих вот пандусов можно предположить, что все-таки здесь находилось что-то типа медсанчасти. С обратной стороны. Ну, пожалуй, пора выбираться отсюда.